Мне все же любопытно, что будет дальше, поэтому давайте немножечко узнаем суть всего, но на этот раз это будет действительно в последний раз. И если мы за эту серию что-то выясним, будет просто... Но если нет, то придется ждать, когда у нас снова появится возможность таки это выяснить. Так, тут у нас есть прыгун. Здравствуй. Ну, сойдет, в принципе. Долго его мутузили, но зато... Зато замутузили. Так, давай. Не стесняйся, запрыгивай наверх. Я понимаю, это тяжко. Ох, если бы не двойной прыжок, я просто бы писал бы кипятком от счастья. Профессор. До тебя я еще доберусь. Лут прежде всего. Так, обвязанные лентой свиток. Что же это? Можно использовать для украшения комнаты. Ладно, допустим. Кровавая душа птенца. Нет, использовать ее я не хочу. Вот эта твоя фраза меня сейчас очень сильно напрягает. Что ты понимаешь под этой фразой «пожертвовать всем»? Может быть, ты Бруной и пожертвовал? Хм, любопытно. Очень любопытно. Так, аккуратно смотрим вниз, дабы не повторить то, что провернули под самый конец предыдущего раза. Ох, это было эпично. Ничего не скажешь. Вот так глупо узнать, что будет... Маковку твою через тыковку. Так, зелье исцеления. О! Ребята. Что, не? Ко мне не хочешь? А я хочу тебя убить. Так, с тобой разобрались. А, что, с брательником мы твоим тоже разобрались? Я как-то в порыве страсти не заметил. Так, секундочку. Никаких скрытых там стен, все такое. Не знаю, есть ли они тут, потому что если есть, это, конечно, да. Фу. Так, ясно.
Где же ты подевалась, Бруно, Дейзи? Куда ж вас занесло? Здравствуйте. Так, ну туда вниз падать явная идея такая себе. Ага, ура. Вниз падать будем долго, болезненно и не совсем приятно. К местной механике и визуальному стилю надо привыкать, потому что как-то оно все так, оно так цепляется, куда-то переходит, лазает, ну как-то не совсем привычно, удобно, и как-то ну, в такой стилистике проектов я еще не встречал, поэтому надо привыкать к этим особенностям. Вернее, не так сказал. Визуально она похожа на Соли Сокровища, но там была другая механика в некоторых моментах, и тут тоже. Как бы они похожи между собой, но в целом в таких тонкостях отличается. Но, в принципе, не сказал бы, что это плохо. Это даже довольно интересно в плане чего-то нового, необычного. Вот. Нежели обыденно использовать все то же, что используют уже много-много-много раз. А так что-то такое. Какая-то изюминка своеобразная. Ладно. Забей на эти все мои высказывания. Я просто сошла с ума. Так. Вот. А ну-ка. Атака двумя ударами теперь более мощная у нас. У-ху-ху-ху. Вот это я понимаю. А ну-ка. Вот это вещь. Вот это классно. Так, ну да. Путь у нас только один. Так, мы снова в пещере. Походу, что-то тут явно нехорошее. Использование подъемников. Чтобы запустить подъемник, просто наступите на него. Он начнет работать автоматически. А. То есть, когда он умирает, делает вот такое вот. Я буду это знать в следующий раз. Что это было? Спасибо за очередной уровень. Бутылочная этикетка. Бледно-красный. И что? Как это может помочь нам в нашем деле? Чего ж меня так передергивает? Это аж немножко странно. Так, это мы изучили. Атака во время уклонения назад. Ну, пускай будет. Почему бы и нет? Атака во время уклонения назад. Так, нет, погоди, атака. То есть я... Оп. Ага, то есть... Жалко, что я раньше не проверил, так оно работает или нет. То есть это то, что я сейчас вкачал, или не то. То есть мы от врага уклоняемся и сразу же атакуем. Наверное, все-таки это та способность, которую я только что сделал. Нужен рычаг. Рычага нет. Понял, значит мы идем за рычагом сюда. Кто бы сомневался. Мне бы, пожалуйста, сейв. Если это возможно.
Здравствуй, пёся. Так, зелье исцеления, благодарочка. Окровавленный гвоздь. Не знаю зачем он, но давайте хотя бы посмотрим. Железный гвоздь, покрытый кровью неизвестного существа. Можно продать. 15 золотых. Ну, не стоит, конечно, это счастье наших усилий, но почему бы и нет. Раз уж дали, возьмем. Так. Так часто меня еще давно не передергивало. Ох ты, ё-моё. Неужели это наша Бруно? Хотя, судя по очертаниям фигуры, это, наверное, мужчина. Ну, кто его знает. Рычаг подъемника. Может избавить тебя от страданий-то? Надеюсь, я сделал доброе дело. О, что-то мне кажется... что все тут крайне плохо. Здесь бы звуков добавить, что ли, как мы опускаемся на этом подъемнике. Только это маловато звуков, которые... О, спасибо. Вот. Это как-то... Как-то оно... Ну не так. Ну не так. Что у нас внизу? Так. Понял. Ну, тут даже и так понятно, что... ё-моё. Уж как же меня передергивает, мне аж нравится. Так, а если я сюда спрыгну? Ботинки Персиваля. Персиваля. А ну-ка. Высокие ботинки с гибким голенищем и металлическими пряжками по бокам. Пальцы ног дополнительно защищены вшитой стальной пластиной. Здоровье плюс 15. Берем. Какие проблемы? Кровавая душа. Спасибо. Так, ну на всякий случай я еще раз, пожалуй, вот это вот, если вы не будете против... Так, у нас уже 8 уровень, но мне хотелось бы, чтобы был 18. Ну, разумеется, губа не дура, но рано или поздно мы этого добьемся. Тайная пещера. Ох, тут явно будет босс. Не может быть такого, чтобы тут его не было. Ах. Да ладно, я так старался сюда запрыгнуть. Дверь заперта. Видно. Придется снова ждать, как это к нам приедет. Так, хорош меня передергивать. Ой-ё. Она уже приехала. Так. Ух ты ж, пёся. А. Окровавленный гвоздь. Ну, у нас уже такой есть. Ядовитая стрела 20. Изучить. Небрежная записка 1. Пока это самая успешная попытка. Возможно, верующие лучше реагируют на алый состав. И правда ли, что святое древо связано с древнерелигиозной практикой?
имеющие отношение к вере в мерцание. Поразительно. Но перевод древних свитков столь трудоемкий. Если бы я только мог лучше их понимать. Ясно. Ну, короче, очередные гребаные фанатики, мать их. Сломанная капельница. Ну, хорошо, да, согласен. Немножко калечно у меня все получилось здесь, но неважно. Сломанная капельница, содержащая остатки неизвестной жидкости красного цвета. Можно продать. Так, опять же, падать сюда вниз довольно плохая мысль. Так, у меня есть метательный нож. О, сколько у вас там, ребята... У меня блок, который я не использую от слова вовсе, хотя надо. Но не люблю я блок. Я люблю так вот отскакивание, там отпрыгивание и прочее, прочее. Но не блоки и парирование. Ну, думаю, по Шаолиню было это понятно. Фух. Так, прости меня. Пришлось поставить на паузу, кое-что сделать. И потом, когда я вернулся, немножко сделал не то, что надо. В итоге, да, получилось, мягко скажем, печально. А ну-ка. А, я не могу в полете это сделать. Печально. Да упади ты просто вниз, а. Спасибо. Так, еще спасибо за капельницу. С вот этой вот атакой в этой пещере надо быть осторожнее, а то случайно свалиться сюда, как я уже однажды свалился, печально будет. Ну, собственно, я и сам сболтнул и раскрыл тайну того, что же произошло. О-о-о-о. Опять сильно пожадничал. Ей. Дневник Бруны, часть первая. Опа-на. Ну, наконец-то, хоть что-то хорошее. Так, найти Бруну. Это мы и так все знаем. А ну-ка. 4 марта. Когда Крис начал терять контроль над собой, он чем-то напомнил мне Грэма. Думаю... Это заметила не только я. Но маме он и так не по душе. Так что мне не с кем об этом поговорить. О, хорошо. Наконец-то начинается что-то происходить. Что-то у нас, ребята, происходит. Ура! Так, еще одна атака в воздухе. Пускай будет. А ну-ка. Ну, две атаки подряд. Для летучих мышей будет в самый раз. Ключ от пещеры. О, да. Так, а тут у нас рычага нету, чтобы опустить. Печально. Так, инвентарь. А ключ от особенной двери. Даже догадываюсь, от какой. Хотя, может, и не от нее. Сломанная капельница. Ну, худо-бедно мы продвигаемся. Жалко, что нельзя кинуть в полете. Тебя. Ну, или так. Ха-ха-ха.
разобрались. Рычаг подъемника, отлично. Небрежная записка, третья. Бледно-красный. Одна ложка, легкая тошнота, безопасно. Бледно-красный, две ложки, тошнота, безопасно. Бледно-красный, три ложки, сильная рвота с кровью, отек конечностей, безопасно. Бледно-красный, четыре ложки, отмирание кожи, кровотечение из естественных отверстий, смерть, небезопасно. Ясно. Мы возле водопада видели кровь, значит, с бруной нашей явно что-то не так. Так, о, мы медленно, но уверенно куда-то таки-то приходим. И это мне не нравится. А больше мне не нравится то, что мы не сможем, наверное, разгадать тайну всего этого дела за сегодняшние с тобою приключения. Потому что скоро... Скоро, да. Дневник Бруны, часть вторая. Давайте прочтем. Бегом, бегом, бегом. 6 марта. Выпив лекарство, я поняла, что Крис тут совершенно ни при чем. Знаю, подслушивать нехорошо, но поверить не могу. Мне нужно успокоиться. Ясно. Так, кстати, верну-ка я как было. Хотя... Надо было давно это, видимо, уже сделать. Потому что здесь как-то тихо. Раньше была музыка, было громко, а сейчас как-то тихо. Вот, сколько ж крови. Так, мы явно куда-то идем. Так, это, конечно, все хорошо, но мне интересно, я ничего не упустил? Ну, судя по карте, то мы идем... Да вполне себе нормально. Ничего не пропускаем. Хотя, если есть какая-то секретная стена, то тут... Опа. Профессор. Так, ну это у нас воспоминания, да? Ясно все. Я же сказал изначально, что профессор падла. Он тут виноват. Все гнали на пацанчика, типа это он увел девушку. Ну хотя бы, может, и пацанчик там в чем-то виноват, но... Главная скотина — это все-таки профессор. Что было очевидно изначально. Вроде бы как. Так, ключ... А нет, это не ключ, это мы просто открываем срез. Отлично. Что вполне себе хорошо, что мы открыли срез. Обожаю срезы. Но нам надо пойти вниз, чтобы узнать, что же там такого от нас скрыто. Так. Кто бы там ни кричал, разбирайся сама. Да я шучу. Сейчас дайте хотя бы к сейву схожу. Надеюсь, я это сделал не зря. Мама.
Тебе рожать. Ау, сам виноват. Вау, вот это было классно, мне понравилось. Так, хорошо, с этой дамочкой мы разберемся, главное... Главное правильно выучить ее атаки и как это правильно сказать? Не. Не жадничать. Во. Я не вовремя, а что ж ты будешь делать? Все время на долю секунды. Так, ладно. Теперь сделал как надо. Я засмотрелся на свое здоровье. До свидания. Благодарочка от всей души.
Ключ от кладбища. Ну, теперь мы можем пойти на кладбище. И с двойным прыжком мы сможем допрыгнуть туда, куда не могли допрыгнуть раньше. Так. Спасибо, ты мне тоже говоришь не в первый раз. Так. Зелье исцеления. Доспех Персиваля. Персиваля, спасибо, конечно. Ох, вечно привык, что на тап включать карту. Поэтому и случайно так делаю. Хорошо. Ну, мы с вами выяснили истину. Я думал, мы не успеем, а мы успели. Вот, конечно, опять бой с этим прекраснейшим боссом. Так. Я идеальным бы не назвал. Но, ладно. Возьмем, пускай будет. Как обычно, я все-таки немножко жадничал, буквально самую капельку. А, господи, надо будет поменять их местами. Так. Восклицательный знак наверху. Зачем мне туда? Туда я вставлял то, что вставлял. Кстати, у нас есть ключ от особенной двери. И эта дверь у нас наверняка та, что под замочком. Но в нее мы сходим уже, разумеется, позже. На сегодня у нас, как ни крути, времени уже нет. Так что, как бы я этого не хотел, продолжим мы с тобой уже все это наше начавшееся великолепие. Через мгновение.